Я общаюсь. Я просто не увидел этот вниз. Ведьмой. А, портал. Ну, блин. Артём, тебе надо было сейчас за дротки пошутить. Понимаешь, тогда бы сразу те люди, которые играли в Diablo 2, они бы все поняли и приняли бы тебя за своего. В общем, если ты не понял, то этот квест обычно выполняется, если в пати играешь, то он не выполняется просто потому, что здесь руны падают. И чем... Если ты выполняешь его во время квеста, то руны падают лучше. А, нет, они вообще не падают, если ты его выполняешь не во время квеста. Там квестовые руны. И из-за этого сюда таскаются, протаскиваются через... через первую сложность, вторую сложность. Всякие мобы, которые... мобы, блин. Как назвали? Паровозики, о. Паровозиком провозили. Да все, бей, какая тебе разница? О, fuck you! Я разбил. Воу! Я все собрал. Выпал только итх. Из руны. Из рунна. Ну и до хрена всяких камней. Топазик. Я могу кому-нибудь их отдать, если хотите. Так что качать сам... Так я думаю, сам резист уже не нужно. На единичку хватит, у них 28% резистов. Так ведь, Артёмка? Ну вот. Поэтому я буду качать скелетон мастере. О, я просто ювелир какой-то, у меня столько всего. Надо вам камешков? Могу отдать. Еще череп есть безупречный. Нет, тоже где-то в сундуке валяется. Ладно, я все сложу пока в кубик. Если что, отдам вам. Вдруг понадобится, вдруг вы захотите еще не сделать. А разве квест на Диабло кто-то не дает? Никто не дает? То есть, я думал, Тираэль или кто? Или он просто так сам активируется? Ну, если ты заходишь туда... А в этот это кто? В постройку, то он дается автоматически. Так, ну и чё? Подождите, сейчас я кого-нибудь найду. По-любому тут кто-нибудь есть, кто может квест дать. Ну или послушаю, что они говорят. Окей. Тирель должен был все это рассказать. It may yet be your greatest moment. Да не, идите, я помню, что там, три печати открыть. Диабло убить, какая разница? Пять? Ну, я помню, там три прохода, но сколько печати там конкретно, я не помню. Помню, три прохода. В двух под... Две печати в одном и одна. Я никогда этим не заморачивался. Сколько там чего? Не заморачивался, что-то нет. Заморачивался, только не помню, сколько там чего. Какая разница? Все равно мочить всех. И желательно поближе к порталу Диабло, чтобы тебе было кого поднимать.
Да, я думаю, никто не сдохнет. Они круты. Скелетики. Ну, я бы так не сказал. Полевые пластины! Когда... Чёрт. Я забрал полевые пластины с одним гнездом. Ща. Угу. Ща надену. Так, тупик. Упс. У вас мерки тупые. Так, похоже... Похоже, что-то с инетом творится, да, потому ну. Что... А вот тут как раз танцуют два скелета. Так, вы... А что вы делали в этот момент? А что вы стояли друг за дружкой, я не понял. А что это вы делали? А? Я думал, он тоже из агирийского этого совета. Ангрийского. Адриэль. Нет, там нету Адриэля. Их пятеро всего было. Я просто повторил то, что я увидел на экране. Имя этого засранца. Как я видел по роликам Diablo 3, там этот Империи будет. Командир этого отряда. Я таких имен не знаю, поэтому ничего не скажу. Вот надо было этот... Мувик в Диабло посмотреть. Да ну нахер! Там всего 6 минут идет. Зато сразу знакомиться с остальными. Вот же засранцы. Как вас много, как вас много! Еее, как разлетелся он. Чё ты опять? Где ты добыл его? С босса? Это не туда. Вон нам, вперед. Как хорошо здесь играть за сорку, просто капец как хорошо. Телепорт. Я вот тут задумался, Артём, вот если когда не было Lord of Destruction, это ж как было сложно Балран это создавать. Да потому что их там дофига. А я пришел со взрывами и всех взорвал нахер. Вот, вот, вот и не надо торпиться, я пойду куплю маны себе. О, я знаю, я отмажусь. Я тоже пошутил про секс и нацменьшинство. Нет, на самом деле я слова перепутал. Упс. Да вот ТП есть. Кто меня... Кто меня там чем-то кидает? Так. Все, проходи, проходи ты, дорогие! О, они спамят тем же... Ууу, пошел в жопу! А чё, прикольно накинул на них заклинание, убежал. I need mana. I need fuck you, ой. Вот, супер супер зелье маны у входа. Да у меня есть, есть, я уже купил. Я имею в виду, у него закончилось. Мана, в смысле, в этом, в кружке, который справа, я в запасах, не знаю, как это назвать. Взрывающееся зелье. О. Любители рока. Опс. Как хорошо играть за некро. Как хорошо, тебя не лупят. Ну, если, конечно, не доберутся... А, у меня это погибло. А у меня до сих пор жива.
Такая толпень! Блин, забыл полечить. Все, да, давай, я до свидания, знаю. Твою мать! С этой стороны тоже. Артём, ты соуслоу был. Нафига была. Куда пошёл? Да я... Вот друзей приводить не надо. А зачем ты там пошел? Зачем ты там пошел? Иди за нами. Мы тут зачистили уже все. Черт, горем. Подох. Нифига тут мясо. Ух ты, мать твою. Откуда... А откуда у душ... Я не понимаю, откуда у душ мясо внутри? Кровище. Не-н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 е. У, пошло нахер. Наступают на пентаграмму, сволочи. Я, а вы уверены, что левую, ну да, левую лучше открыть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Толпень, толпень. У меня мало не хотел брать. Может, вы душ замочите? А чё я-то? А чё я-то, как всегда? Ну я точно не могу, за мной четыре крыла тут урода гоняет. А ты зачем? Ты беги к нам! Не знаю, зачем ты там ходишь. Блин. Я только начал доходить. Доходяга. Блин, я близо опять подохну. Чармик! Оо, фак! Сволочи! Нет! Ой, фак! Ой, нет, ой, фак! А вы где вообще все? Я что-то вас не замечаю. Либо вы в тусе в моей так хорошо застряли, либо чё. I need mana. Треснувший алмаз, треснувший хайло скоро будет падать. Ой. Это было глупо. Не, ну фиг знает. У меня здесь столько аур. Я же вижу ауру с дефенсом. Ой, мать твою, это... Ой-ой-ой-ой! Да-да-да, ты вот рядом стал. Все время мне... Первый я труп! Понял, я сделайте труп, и я их взорву нахрен. Нет, не что врагов убивать, нет, ёптать, лутают. Все лутают, лутают сразу. Лутальщик. Белый. Блин. А, бля. Фигня какая-то. Ту. Ну и что? А я нашел мобов, идите сюда с этими хулами. Еще и тал собрал, сволочь. Плохо быть далеким от битвы, плохо. Тху, ну, тул я, может, еще не увидел, или тху. Но вот тал я увидел. Хотя нахера он мне? Я как печаль. Ай! Пошли нахер! Это было больно, твою мать! Сволочь, рога! Не нажимайте, не открывайте, не открывайте пока, не открывайте. Давайте. Так. Ой, я открыл, извиняюсь. Случайно. Случайно. Ну, блин, впервые я дошел до вас, все равно. Так. Воу. Класс. Лаги. Киньте кто-нибудь портал. Кинул, сейчас дьявол придет.
Йоу. Так, а где я? Вот валяешься. А, вот. На тап нажми, увидишь. Вот, труп отбери. Так. Да, во-во-во, вот ты здесь стоишь, тап нажми, на карте, посмотри. Я ее вижу, а, вот, все, нашел. О, да ты че, фиолетовый? Среди обилия трупов. Да как? На карте отмечен был. Я вообще не мог ее найти. То есть, сам труп. Она в такой толпе валялась. Иди сюда! So slow! Нет, нет! So slow! Я где-нибудь... Дьявол, ты so slow! Slow, slow blow! Сейчас мне покажут, что он slow blow. Да, да ладно! Да ты чё, здесь... Блин, это... Блин! Неудачники! Вау, он меня чуть не убил. Чё ты там захапал? Уникальное. Блин. Я вообще где-то не там. О, появился. Музон, тихо. Черт, нет, не пошел музон из Тристрама. И Виспа хоть что-то собрать решил. Так, подождите только в пятый город, пока не идите. А нахрен ты руну Тулу выкинул? Ну ладно, я забрал. I knew there was great potential in you, my friend. You've done a fantastic job. Though my ancestors struggled against the three evils and their minions, I've always lived a shut-in scholarly life. I'm glad that my wisdom aided you. Now, I wish to leave this place. Though heaven's gates are a marvel to behold, I hope I won't have to see them again for many, many years. Нет, чувак, ты еще не покинешь это место, потому что у нас еще пятый акт. Да, надо поговорить с Сириэлем, чтобы покинуть это место незамедлительно. Че выпало-то, Артем? I can't carry anymore. Нахера этот Evil Force? I can't. Они еще и одинаковые, что ли, да? Абсолютно вообще. Только прочность у одного побольше. Везет нам на дроп. А... Так, стой. Черных книжек, иди сюда, на тебе эти. Только надо их опознать. Опознать. Распознать. А чё Эвил... Что именно? Да вот валяется, вот. Острые руки около меня. Или как он, Цестус валяет. Я не знаю, как он называется. Это тебе... А, вот всё вижу. Это тебе отдали Evil Force, да? То, что ты скинул. А нахер он сдался только? Stay a while and listen. Отлично, от 42 до 200 урон. Интересно когда. Тут, в общем, мне дали амулет плюс один к навыкам холода для волшебницы. Охереть. Кольцо плюс 5 к энергии и плюс 20 максимум выносливости. Жесть. Драгоценные камни забирай. Куб-то зачем? А он просто в нем валялось все. Я чтоб из него все выкинуть. Я его выкинул. Выкинул вообще. А все камни из него попали в инвентарь. Все, забирай, кому что надо.
Я все успел. Блин, мне уже некуда их складывать. Подождите, может кто-нибудь есть на сервере? 5 юзеров в 2 играх. А чё Декарт Кайн хочет поговорить? Ну он тебе скажет, мол, то что типа ты крут, ты вообще крут, а. ты крут. Ага, поздравляю, я знал и прочее. Я удивлен то, что Тул выпал. Откуда он? Здесь вообще. Надо посмотреть, что по рунам. И вообще. Сейчас я с Тирелем поговорю. Diablo and Mephisto have been banished back into the black abyss that spawned them, and the corrupted soul stones are no more. However, while you were fighting here, Bale remained behind in the mortal realm, building an army of hellish minions. Now Bale's army is searching for the World Stone, the ancient source of all the soul stones and their power, while leaving behind a wake of destruction. They have forged deeply into the barbarian homelands, heading directly for the summit of Mount Ariad. Как ты посмел меня назвать смертным созданием, сволочь крылатая? Ай-яй-яй. А кто ты? Я... некромант! О, великий некромант, убивший Диабло. Отпинавший великого Диабло, да? Да. Ладно, ну, точнее, пинали скелеты пока. Я пошел 4-минутный ролик смотреть между актами, так что я погнал. А, нет, тут еще и эпилог будет сначала перед пятым актом. Эпилог перед пятым актом. Это как-то странно. I heard later that he was defeated. Ну это понятно, конечно, что аддон вышел позже, но все-таки могли бы и убрать, например, этот ролик. Или переделать как-нибудь. All except one. Oh, I failed, dear little. I couldn't do as you asked. I couldn't enter that gate. Forgive me, Tyrael. Forgive me. Marius, give me the stone and all is forgiven. Give it to me, Marius. Take it. Take it, take it. I'm glad this is finally over, Tyrael. Look what the stone has done to me. You haven't failed, old man. You've done exactly as you were meant to do. However, I am not the Archangel Tyrael. Bale. No. No, 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 no. No. You have done well, Marius. Now I think you shall have your reward. I don't deserve it.